мы расскажем немного про то, как мы покупали трафик Twitter в Твиттере последний год, а на самом деле чуть больше, за одним маленьким исключением, по той причине, как... Вообще ничего? Ну, чтобы Егор слышал, да, иначе меня завтра уволят, просто скажешь, что ты плохо рассказывал доклад, ничего не знаешь. Вот, в общем, на самом деле, когда эту тему Матвей предложил, я немного расстроился, потому что с удовольствием бы рассказал про Facebook или Instagram, но на самом деле, возможно, в этом есть какие-то плюсы. В частности, год экспериментов для утилит. Компания Apollon занимается, собственно, утилитами. Это платные и бесплатные приложения, iOS, Android, Amazon. Их много, их порядка 30, наверное, всевозможные аплики. И у этой ниши есть особенности. На мой взгляд, они примерно, если очень кратко, вот такие. То есть широкий таргетинг, о котором уже сегодня говорили. Мы считаем, что утилиты Essential Apps нужны всем. Хоть иногда, хоть раз, да, запустить их должен каждый. Но есть и некоторые минусы, в частности, низкий LTV, особенно в сравнении с каким-нибудь геймдевом или даже музыкальными сервисами, и сложность подготовки креативов. И вот если говорить о вот третьем пункте, например, тут есть примеры из геймдева, я, как и все, готовился к презентации заранее, то есть сегодня. Вот есть три прекрасных слайда. Значит, одна игрушка, потом наш будильник. И еще одна игрушка. Конечно же, выигрывает будильник. У него будет самый высокий CTR. Заменим один слайд. Мало ли, тут есть те, кому до 18. И понятно, что ниша достаточно специфичная. В частности, LTV низкие. Вот мы как раз из тех, у которых LTV может быть 3 цента, 10 центов. И трафик нам тоже покупать как-то нужно. При том, что мы покупаем трафик по всему миру. И нас, в частности, интересует Tier 1, Tier 2 страны. За счет того, что монетизация у нас в большей степени за счет рекламы. Соответственно, где больше платят за рекламу, те страны нам и больше всего интересны. И если говорить об источниках трафика, то примерно иерархия выглядит следующим образом. Facebook. Надеюсь, они мне когда-нибудь заплатят за рекламу. Instagram, Google, Apple Search, который недавно появился, Yahoo, тут даже Twitter есть. И вот MyTarget, не зря его так наполовинку вытянул, потому что как бы вот не очень он для нас интересен. Трафик по СНГ с большего, объемы небольшие, и в принципе это не тот канал. Здесь, конечно, нету CPA-сеток, это немножко отдельная тема, поэтому я сюда их не добавлял. И если мы, собственно, почему-то Twitter, как мы до него дошли? Дошли мы до него следующим образом. У нас неплохо получалось покупать в других местах трафик с хорошими CPI-ами, много инсталлов и достаточно качественный трафик. И мы решили, что нам пора диверсифицировать каналы, и вот в частности дошли руки до Твиттера, потому что где-то периодически всплывало, что в Твиттере качественный трафик, он ходит в топ каналов там, в Штатах и так далее. Если зайти на их сайт, вот можно найти, вот прямо сейчас можно зайти, вот есть вот такая статистика, какой у них MAU, потом так сбоку немножко правее, какое у них количество активных пользователей на мобилках. Если нехитрыми математическими методами рассчитать, то вот на мобилках будет 256 миллионов MAU по данным, которые они у себя разместили. И вроде бы звучит неплохо. Но вот мы берем статистику Facebook, которые проплатили их рекламу, и видим, что у них как бы раз в 7 больше. Ну, может, не всем я там загнул, ну, существенно больше. И это, наверное, о чем-то говорит. Но возвращаясь к Твиттеру, рекламный формат, он похож на Facebook, то есть это нативка. В силу того, что эксперименты мы начинали давно, то какие-то вещи поменялись с того момента, когда мы начинали, и то, что можно сделать сейчас. Но в частности, раньше не было видео, сейчас оно появилось. Это примеры нескольких наших приложений. Радар, переводчик и погода. В разное время сделаны скриншоты. Вот я вижу декабрь, ноябрь, сентябрь. И
Вот те, кто не видел, кстати говоря, да, на Фейсбуке, я думаю, что много кто покупал, а на Твиттере покупал кто-нибудь трафик? Есть люди, отлично. Но тебя я знаю, мальчик, ты из Аполлон. Еще дополнительный вопрос. А почему так мало людей покупали на Твиттере? Кто-то пробовал и не получилось, или кто-то еще не пробовал вообще? Окей, просто непонятно, что это такое. Ну, такая черная лошадка, да. Ладно, вернемся к тому, что было до, что было после. Это единственный слайд, где много текста, не пугайтесь. Просто нужно было как-то обозначить, какие были минусы, когда мы начинали с ним работать, и что есть сейчас. Ну, во-первых, один из минусов — это кривая админка. Она могла просто не работать там час-два день, и вы не могли запустить ничего. Вот в принципе ничего. Сейчас это по-прежнему кривая админка, но она вроде бы работает. Не было логического разделения на уровни. Если говорить о Фейсбуке, то это стандартное разделение компании AdSet Creative. Вот это разделение появилось в Твиттере. Ограниченный набор для таргетинга, который они периодически, вот сейчас в частности уже появилась разбивка по полу, возрастному диапазону, category, поведение и так далее. То есть добавились возможности. Раньше были только баннера, сейчас может быть и видеореклама, которая в тренде, само собой. Была адово тяжелая навигация по аккаунту, особенно если в одном аккаунте несколько приложений рекламировалось. Сейчас появились фильтры, в том числе, которые помогают как-то отсортировать и хоть найти что-то в этом, блин, аккаунте. И когда у вас компания не одна, а 101, то это проблема. Отвратительная аналитика с восклицательным знаком. Сейчас это просто отвратительная аналитика без восклицательного знака. Слабый репортинг. Что-то поменялось. Например, можно bulk reporting сделать, выгрузить. Нету, допустим, power editor, как в Facebook, или возможности каких-то манипуляций проводить в несколько ускоренном виде. И в том числе нет интеграции с рядом PMD tools, с которыми мы работаем. Мы работаем с AdQuant в частности. Вот у них нет до сих пор интеграции с Twitter, что опять же, наверное, какие-то вопросы возникают из-за этого. Но у них появился Ads Editor в самой же админке, что частично подправил проблему. Необходимость адаптировать размер контента. У них он свой. Специфически он остался. Само собой, размеры отличаются от Фейсбука. Соответственно, нужно тратить ресурсы на адаптацию контента. Необходимость часто обновлять контент, потому что это real-time платформа. Тут должны только самые свежие креативы быть. И, например, неплохо, что просел CTR или там frequency rate вырос, потому что мы много кому показали рекламу, а просто плохо, потому что она была запущена, блин, на прошлой неделе. Как бы... В общем, суть в чем? Суть в том, что нужно обновлять тот же, можно обновлять, точнее, тот же креатив, тот же там видеобаннер, тот же текст, и оно будет работать лучше, но это нужно делать. И вот без пункта номер 8 это как бы так себе затея, потому что руками это сделать сложно. У нас были костыли, которые мы использовали. Необходимость так часто обновлять контент, я сказал. Маленькие объемы трафика. По рекомендации любимых аккаунтов эта проблема очень легко решается просто поднятием ставок. Ну, естественно, это легко решается в кавычках. Итого, есть еще один нюанс, о котором я забыл сказать. Когда мы говорим о картинках, точнее, о том, как выглядит реклама в Твиттере, то нужно понимать, что иконка подтягивается из названия аккаунта и, собственно, название URL. Twitter handle, как они их называют, тоже подтягивается в название. Когда мы начинали тест, у нас был один общий аккаунт, но мы быстро поняли, что CTR из-за этого страдает, когда ты рекламируешь приложение, у него непонятно, что там написано. Соответственно, мы завели целую кипу аккаунтов. С этим связаны другие вопросы о том, как переключаться между ними, насколько это удобно, как подключить единую кредитную линию. И еще ряд вопросов. В общем, не все очень удобно. Особенно, если вы привыкли работать там с тем же Гуглом или Фейсбуком. И кроме того, забыл упомянуть, атрибуция и, собственно, трекинг у нас через Adjust сделан. Можно выбирать другие варианты. Twitter это позволяет, но у нас сделано именно с Adjust. Итого, что мы делали? На самом деле мы перепробовали много всяких вариантов.
перепробовали все возможные комбинации таргетинга, начиная от того, здесь в принципе такой гибрид, если можно так назвать, Фейсбука и Гугла, например, потому что здесь есть ключевые слова, например. Можно таргетить на конкретных фолловеров конкретных Twitter-аккаунтов, но при этом можно таргетить на поведение, на интересы, на лукалайки и на прочие разные штуки. Из того, что у нас работала для отдельных апов generic аудитория с небольшим сужением за счет возраста и диапазона и пола. У нас работал для некоторых погодного семейства, например, компаний, которые по ключевым словам, но нужно понимать, что, допустим, когда непогода какая-нибудь или ураган в Штатах, вашу рекламу Twitter не покажет, потому что, в принципе, это гуманно с их стороны, но с нашей стороны нам это не очень нравилось, потому что мы бы хотели, чтобы в ураган показывалась реклама нашего радара, но не так все просто. Мы пробовали один хитрый костыль создания. Просто, по-моему, на один аплик было порядка там 3000 компаний за счет скрипта в Excel и потом этого добра загрузки все в Ads Manager, через Ads Manager в аккаунт. И это, в принципе, для некоторых апликов работало какое-то время, но, естественно, потом нужно было обновлять креативы, обновлять компании, и, в общем, это все плавно затухало. При том, чтобы вставить в данном случае вот такое огромное количество компаний, кроме этого скрипта, мы еще использовали. Нам нужно было выдрать ID-шник креатива. И это тот еще квест. Потому что, чтобы посмотреть ID-шник креатива в Твиттере, нужно открыть этот креатив, скопировать URL, из него через регулярное выражение мы убирали все лишнее, и вот потом вставляли это в файлик в Excel, и, в общем, это все добро работало. То есть, в принципе, не очень сложно, но как бы геморроя хватало. Естественно, мы пробовали различные модели оплаты и игру с бидами. Какая есть модель оплаты в Твиттере? Есть оплата за клик и оптимизация по клику, оплата за клик, оптимизация по инсталлу и оплата, собственно, за инсталл, CPA-модель. Мы используем и используем сейчас, в принципе, все, в зависимости от того, что нам нужно, какой аплик мы промоутим и какой у нас таргетинг и так далее. Потому что тут единого решения, в принципе, не существует. Все зависит от целей и от особенностей конкретного продукта, который вы рекламируете. Лучшие креативы из других источников. Само собой, здесь есть какие-то особенности. В частности, до того, как на Фейсбуке разрешили какие-то вещи писать на самом баннере, там было ограничение по количеству текста на креативе в Фейсбуке, который они так давно сняли, в принципе. В Твиттере этого не было. Можно рисовать кнопки, можно делать все, что угодно, чтобы повысить CTR. Но у нас были хорошо оттестированные креативы из Фейсбука и других сеток, поэтому мы, естественно, использовали их, и аккаунты Твиттера говорили, что вот чуть ли не наши креативы не самые красивые из их портфолио. Но при этом как бы CTR нас не особо радовал. Вот график. Довольно интересный. Может быть, у кого-то появятся идеи, почему вот есть такая разница. Вроде потратили много, а инсталлов не так много пришло в Q1, Q2. Притом здесь нету практически покупки с негативной маржой, то есть мы там не сливали просто так бюджет, как можно было бы предположить. Тут есть просто отличие, куда мы покупали трафик в первом полугодии и во втором. Ни у кого идей нету. Ну, в общем, в первом полугодии мы покупали на платные приложения больше, соответственно, мы потратили больше, инсталлов как бы привлекли меньше. Да, мы, кстати, покупаем и в том числе и на платные приложения трафик, не только на бесплатные, чем удивили аккаунтов из MyTarget не так давно. В сравнении с Фейсбуком. Почему с Фейсбуком? Потому что для нас это как бы один из эталонных источников трафика. И вот если брать в среднем по больнице, понятное дело, что все зависит от того, какой аплик, какая страна, какой таргетинг. Вот у нас были примерно такие данные, что CTR в 1,5-3 раза меньше, чем на Фейсбуке в Твиттере. Конверт может быть такой же, может быть похуже. И CPI, соответственно, в разы отличались. Для утилит, где мы считаем доцента, это как бы довольно существенно. Плюс, опять же, не забываем о том, сколько нам нужно ресурсов для того, чтобы создавать и обновлять компании, какие объемы трафика.
и делаем вывод, что вот этот канал нам не очень интересен, потому что он нам принес 0,5% от всех загрузок за год и примерно там 1,4 от общего спенда. Цифр я не называю, потому что иначе меня вот точно уволят, если не Егор, так Саша. Последний слайд, перед тем, как буду рад ответить на ваши вопросы, это как бы график акций Твиттера за последние 5 лет. Ну, в общем, я буду рад, если их кто-то купит и сделает у них нормальную админку, нормальные рекламные, даст нормальные рекламные возможности, тот же там Facebook или Google. Ну а пока, например, для Василит это не очень хороший источник трафика. Возможно, для кого-то он будет вполне неплохим, я вполне допускаю, потому что здесь нету золотых решений для всех и для каждого, но в данном виде для нас он не подошел, на чем, собственно, я и заканчиваю нашу презентацию. Спасибо. Спасибо, Слава. Есть ли вопросы у